Сочи-Водоканал является одним из крупных предприятий на курорте. Над тем, чтобы чистая вода поступала в дома каждого абонента бесперебойно, трудятся несколько тысяч человек. Во время подготовки города к Олимпиаде большинство специалистов было задействовано на строительстве новых сетей. Так, уже модернизированные водонасосные станции и резервуары, заменены трубы и канализационные коллекторы. Сотрудники Сочи-Водоканала проводят рейды по выявлению несанкционированного сброса сточных вод. Неотъемлемой частью качественной работы являются условия труда, поэтому раз в три года на предприятии подписывается коллективный договор, в котором фиксируются взаимные обязательства. Продолжительность рабочего времени и отдыха, занятость, переобучение, улучшение социальных гарантий и другие вопросы. Договором также предусмотрена и индексация зарплаты. У нас почти 2000-й коллектив, и мы работаем буквально для всех сочинцев, то есть обеспечиваем десятки тысяч квартир сочинских водой. И подписание соглашения, в котором оговорены все практические условия работы наших сотрудников, это и вопросы зарплаты, это вопросы социальных гарантий, это в этой связи очень важно не только для нас, но и, конечно, для всего города.